понимаешь, что мне нужно 2 секунды, чтобы твой говёный танк дребезги разнести? Я не об этом сейчас. Я тебе пришел рассказать, лейтенант, чем мы отличаемся с тобой. Ты пришел ко мне домой. Это мой дом. Я здесь дерусь. За это небо, за эту землю, за камешек, за каждую травинку. А ты за что дерешься здесь, лейтенант? За то, чтобы 5 месяцев зарплату не получать? Ну да, скажи да. Перед тобой не буду кривляться. У нас в армии Ичкерии с танкистами сложности. С хорошими танкистами. Соображаешь? 5 минут надо. У меня нет 5 минут, и у тебя их нет. Чего тут думать? Подумать надо. Ты подумай. Хорошенько подумай. Ты хорошенько подумай. Ты, может быть, думаешь, что ты кому-нибудь нужен. Ты думаешь, ты этому нужен? Россияне, понимаешь. Нет, ты вспомни афганцев. Где они? Что с ними? Они же сейчас никому не нужны. Ты же будешь асфальт царапать культями в переходах. Ты подумай, лейтенант, подумай. Ха, чуть не забыл, зачем зашел. Мои орлы тут воины Аллаха. Вашего вестового грохнули. Вот это все, что ваши приготовили для войны. Читаем. Министерство обороны Российской Федерации. Секретно. Командирам частей и соединений. Город Грозный. О! Вот это все, что ваши приготовили для войны. Министерство обороны. Груз 200. Тираж 3000 экземпляров. 3000. Лейтенант, грузовиков с трубами. Минут у нас пошли. Это Rolex. $5000. Ты видел когда-нибудь 5000, лейтенант? Пол чемодана. Давай считать, что это задаток. Почитай на досуге.